Азербайджанская армия пишет новую страницу в мировой военной истории. Об этом на сегодняшнем пленарном заседании сказала председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова. По ее словам, военные операции, осуществленные за последний месяц, наглядно демонстрируют, что азербайджанская армия способна на невозможное. Председатель парламента отметила, что прорваны линии обороны, которые вооруженные силы Армении сооружали долгие годы, уничтожена система ПВО противника, и также подчеркнула, что по информационной войне, которую более века армянские националисты вели против азербайджанского народа, нанесен сокрушительный удар. Армянские националисты со своими покровителями, которые более века вели информационную войну против нашего народа, сегодня получают сокрушительные удары. Президент Ильхам Алиев своей неустанной и самоотверженной деятельностью показывает пример каждому, в том числе и нам, депутатам. Я уверена, что победоносное шествие азербайджанской армии завершится успешно. Уверена, что близок день, когда мы восстановим территориальную целостность. Очень скоро азербайджанский флаг будет развиваться в сердце Карабаха, Шуше, в том числе в Лачине, Ханкенди и в других городах и населенных пунктах. Нашей страны. Да здравствует азербайджанская армия. Карабах – это Азербайджан. Яшасын Азербайджан ордусу, Карабах – Азербайджан.